На театральному факультеті університету мистецтв відкриття сезону почали зі спектаклю Чехова «Чайка». Здається, складно очікувати чогось нового від такої класики, але знову повна зала глядачів, камерна атмосфера, передчуття прекрасної, неповторної миті зустрічі з магією театру. Если зритель приходит, значит, это ему нужно, необходимо. Мне кажется, что пьеса сегодня супер актуальна, потому что она всегда актуальна, и поэтому ее очень часто и многие ставят. В этом году мы поставим две новые работы, и одна из них будет это Достоевский «Преступление и наказание», а другая пьеса мировой драматургии «Мольер», «Дон Жуан» и «Версальский экспромт». Покликання актора – дарувати мистецтво людям. Саме до цього прагнуть молоді актори майстерні 55. Вони не хочуть розлучатися і після закінчення навчання, тому шукають спонсорів і меценатів, які допоможуть театру з приміщенням. Вибачте! Я вибачив з уваги, що писати п'єси і грати на сцені можуть тільки нечисленні обрані. Я порушив монополію. После пятого курса у нас не будет дома. На данный момент вот наша сцена, вот наш дом. Но после пятого курса у нас его не будет. И мы ищем себе новый дом, и мы просим о помощи, чтобы нам помогли, чтобы хоть как-то, хоть дали развиваться этому огню, вот этому магическому шару, чтобы он рос, и чтобы знали, что в Харькове, что в Украине есть настоящий театр, и есть люди, которые горят от этой идеи, и есть хорошие актеры. Ищем всевозможные пути, чтобы остаться вместе, как мастерская. У нас сплоченная команда, у нас репертуар различный есть. Мы чувствуем, что мы можем дать этому городу, и не только этому городу, что-то настоящее. Лариса Кохан уже 5 років відвідує вистави театрального факультету, на якому навчається її донька. Ось ця вистава, вона незвичайна, тому що молоді актори намагаються грати ролі уже досвідчених людей і тих людей, які вже биті життям, які вже мають неабиякий досвід. А це не просто передати. І тільки талановиті, по-справжньому талановиті актори можуть це все передати. І незважаючи на їхній вік, я все-таки впевнена, що їм це вдасться зробити і полонити глядача. Я уже была в предыдущий раз на представлении «Чайка» по имени Джонатан Ливингтон. Мне понравилось очень. На этот спектакль я тоже пришла, потому что интересная пьеса сама по себе, интересная история. Что это значит? Я могу видеть, убить сегодня эту «Чайку». Кладу беля ваших дней. Что с вами? Скоро так само я пьесу могу собрать. Я вас не признаю. Так. Після того, як я перестав пізнавати вас, ви змінили за мене. Ваш погляд холодний. Моя присутність заважає вам. Молоді актори кажуть, перш за все намагаються зрозуміти своїх героїв, для того, щоб висловити та донести до глядача увесь спектр почуттів, якими переповнена чеховська чайка. Я в спектаклі «Чехов чайка» граю Поліну Андріївну. Вот, мне сложно очень давалась эта роль, потому что этот персонаж, он безумно любит, очень сильно любит другого персонажа, Дорна, собственно. И я в жизни, вот как я, Снежана, я так сильно не любила. И мне было сложно найти вот эту изюминку, вот это зерно вот этой любви. Не могу понять этого героя Тригорина, потому что, на мой взгляд, я с ним не схож, так как он паток на женщин, а я более однолюб, поэтому тяжело удается эта роль. И вот эта история для молодых актеров, мне показалось, будет любопытна и интересна для того, чтобы они попробовали на себя же взглянуть в современном контексте через этих персонажей, через Чехова.